Добрый день, меня зовут Надежда, и я являюсь креативным директором компании Дизвеб. Сегодня я расскажу вам, что такое гиперлокальная реклама. Гиперлокальная реклама – это тип онлайн-рекламы, которая показывается людям, живущим, работающим или бывающим на выбранной локации. Агентство Дизвеб предлагает собирать аудиторию своих потенциальных клиентов специальным устройством, которое считывает MAC-адреса телефонов в любом районе, здании, учреждении, на выставке или в другом физическом месте – а после показывать рекламу онлайн на таких площадках, как Яндекс.Директ, Facebook и MyTarget. Эта технология называется ГЛОС, или гиперлокальная система сканирования. На этом все. Следующее видео ищите на нашем канале или на нашем сайте. Спасибо.